Друзья, мир всем! Сегодня начало октября, и, как видно, последний, по всей видимости, солнечный денек. Такой теплый, хороший, вот. Ну, как бы относительно осенний денек. Я сегодня хочу привезти солому свиньям. Вот. Они у меня здесь еще, это у меня летний загон. Будут еще здесь, ну, какое-то время жить, может быть, пол октября еще. Сейчас поедем на поле, там комбайны скосили. Там пшеницу или ячмень, что-то такое. Там большие кучи соломы остались, которые они будут потом весной сжигать. Вот, поэтому мы сейчас наберем себе солому и сюда им положим, потому что ночью уже бывали заморозки до минус 4. Вот, и свиньям будет намного теплее. Они будут как в одеяле спать. Вот, ну все, сейчас привезем.
конечно, тут уже дождичок лил. Но я думаю, пока что она еще нормальная. Последний новинчик, наверное. Я думаю, хорошо мы сделали. Успели. Опа. Потому что если, ну, как говорится, не успеешь, то уже сухое такое не приведешь. От вилы могут упасть. Поросятам будет тепло. Поехали домой. Это как сказка. Все это сюда сгружу, а потом перекидаю. Раскаю.
еще. Вот вся и кучка наша. Ну все, теперь все это не хочешь. Сделаю теплую одеялку. Ну, держите одеялку. Опа. Ну все, я им насыпал сюда, правда не всю кучку, потому что кучка слишком большая. Я думаю, если насыпем больше, они выберутся. Пока им хватит. Остальную солому я куда-нибудь прикрою, а потом. Вообще на зиму для свиней солому я не заготавливаю, потому что у меня козы, и от них постоянно остается остатки сена, они когда кушают, ну что-то падает. Падает то, что они уже не едят. Вот, а я подбираю, или там, например, жесткое сено такое остается. То есть я делаю это как безотходное производство. От них я уже передаю свиньям, свиньи едят, и там от них уже практически уже ничего не остается. Поэтому солому для свиней я не заготавливаю, мне достаточно сена. Как бы остатков сена. Вот. Ну все. Что ж, к холодам мы подготовились. Свинюшкам будет тепло, они будут зарываться сюда. Вот, и какое-то время. Ну, то есть понятно, это не лютые морозы там. То есть я их все равно переведу в сарайку. Ну вот пока они все равно будут здесь. И будет хорошо и тепло. Ну все, до новых встреч, новым видео. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.